Акцию протеста против решения британского парламента санкционировать авиаудары по позициям исламского государства в Сирии провела во вторник Ассоциация ветеранов в Лондоне. Участники военных действий в Ираке, Ливии, а также те, кто нес службу в Северной Ирландии, принесли свои медали к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, чтобы вернуть их правительству. Я хотел бы выразить крайнее недовольство решением правительства начать бомбардировки еще одной страны. Война не способна ничего разрешить. Мы категорически против, говорит член Ассоциации «Ветераны за мир». Выброшенные медали подобрал сотрудник охраны Даунинг-стрит, пообещав, что за ними присмотрят. В пацифистской организации состоят 169 членов, говорит знаменосец, участник высадки в Нормандии Джим Редфорд. Им должно быть стыдно, что они ввязались в эту войну. Вторая мировая была войной по необходимости, а с тех пор большинство войн никчемные. 2 декабря парламент Великобритании санкционировал нанесение авиаударов по объектам боевиков исламского государства в Сирии. Через несколько часов боевые самолеты «Торнадо» вылетели с британской авиабазы Акротири на Кипре.